2 февраля 1943 года, 80 лет назад, войска Советского Союза одержали победу в Сталинградской битве. Историки назвали сражение уникальным историческим и переломным событием Второй мировой войны. Битва была отмечена самыми кровавыми уличными боями в разрушенном Сталинграде и невероятным героизмом советских солдат трех фронтов, который потряс немцев, уничтожил группу армии «Б» и подорвал их боевой дух. «Дни воинской славы. Сталинградская битва» – так назвали свою видеопрезентацию библиографы Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова. Чем важна была победа в Сталинградской битве для врага? Захват города должен был переломить ход войны. В руки врагу попадал Кавказ с крупными залежами нефти, Кубань с развитыми сельскохозяйственными территориями, Дон и Волга, которые дали бы фашистам перевес в логистике. 5 апреля 1942 года Гитлер подписал специальную директиву номер 41, которая отображала основные положения плана «Барбаросса». Директива получила кодовое название «План Блау». Уже во второй половине июля немецкая армия находилась на полосе от Курска до Таганрога. К этой местности фашисты доставили такие военные силы – 900 тысяч солдат и высшего командования, 1640 боевых самолетов, 1260 единиц танков, 17 тысяч средних и мелких огнестрельных орудий и минометов. В итоге успешного исхода операции фашисты смогли вовлечь в войну сомневающихся на тот момент Турцию и Японию против Советского Союза, как своих союзников. Город Сталинград являлся крупным транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. Через город центральные районы Советского Союза связывались путями с Кавказом. По этим путям проходила транспортировка бакинской нефти. В городе работали 126 промышленных предприятий, в том числе 29 предприятий союзного и 2 республиканского значения. Сталинградский тракторный завод давал стране свыше 50% имевшихся тогда в СССР тракторов – 300 тысяч. В годы войны он начал выпускать танки. Завод «Красный Октябрь» – сталелитейный и сталепрокатный. Был военный завод «Баррикады», судоверфь, стал ГРЭС. Здесь работало 125 школ, вузы, театры, картинная галерея, спортивные сооружения. Еще до приближения фронта Сталинград уже начал опоясываться заградительными укреплениями, которые до последнего дня возводили все незанятые в оборонной промышленности люди. Тысячи женщин и подростков без лома и кирки в твердой, как камень, земле выкапывали окопы и противотанковые рвы. Они работали по 12-14 часов в сутки и уставали настолько, что спали в повалку на соломе в палатках тут же, не покидая укрепления. Положение наших войск перед сражением было очень тяжелым. Военный историк Алексей Исаев определяет 2 этапа битвы за Сталинград. Первый – 17 июля по 18 ноября 1942 года, этап обороны. Второй – с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943. Это этап контрнаступления советских войск и перелом хода всей войны. Положение наших войск усугублялось тем, что противник с превосходящими в танках и авиации войсками рвался на восток. На рассвете 23 июля наступление перешло северное, а 25 июля – южная ударная группировки противника. Немцы прорвали оборону на правом фланге 62-й армии и к исходу дня 24 июля вышли к Дону в районе станицы Голубинская. Затем в этой станице расположился штаб немецкой 6-й армии под командованием фельдмаршала Паулюса. В нее входило 340 тысяч солдат с 3000 орудий и 250 танками. С воздуха группу армий поддерживала авиация численностью в 1200 самолетов. Часть наших дивизий оказалась в окружении.
28 июля Сталин издал приказ номер 227 «Ни шагу назад». К отступающим применялись самые жестокие меры, вплоть до расстрела. К концу июля, началу августа, немцы выдавили подразделения 62-й и 64-й армии на левобережье Дона. Противник продвинулся на 150-400 километров на восток и юго-восток, захватив Донбасс и сельскохозяйственные районы правобережья Дона и расколов фронт наших войск, вышел к Воронежу, большую излучину Дона, овладел Ростовом. Была создана непосредственная угроза Сталинграду и Северному Кавказу. Войска Юго-Западного, Южного и Брянского фронтов понесли тяжелые потери. Для восстановления устойчивости стратегической обороны Ставка Верховного Главнокомандования направила на укрепление обороны значительную часть своих резервов – 6 общевойсковых армий и 6 танковых корпусов. В Сталинграде насчитывалось свыше 445 тысяч жителей. В начале войны к ним добавились сотни эвакуированных из Ленинграда и беженцы с оккупированных территорий. 23 августа 1942 года силы 4-го воздушного флота ВВС нацистской Германии произвели самую долгую и разрушительную бомбардировку города. Бомбардировки, непрерывно производимые следующими одна с другой волнами, участвовало до 400 немецких самолетов. Фашистами было принято решение уничтожить город как промышленный и транспортный центр. Сталинград практически сравняли с землей. В этот же день немцы ворвались в город и прилегающих к Сталинграду поселки. 26 сентября солдатам вермахта удалось пробраться в центр города. Еще продолжались жестокие сражения за промышленные здания. Мирное население погибало под бомбежками, умирало от болезней, голода и жажды. К огромным потерям привела депортация не успевшего эвакуироваться населения в город Белая Калитва Ростовской области, где находился пересыльный лагерь, и вывоз трудоспособной части на принудительные работы в Германию. Согласно немецким документам, около 80 тысяч человек были согнаны в лагеря смерти, около 4 тысяч было угнано на рабский труд. Подавляющее большинство оставшего населения стали жить в подвалах и бомбоубежищах. По официальным данным, за время обороны погибли почти 43 тысячи гражданских лиц. Части Красной Армии эвакуировали мирное население на левый берег Волги. Известно, что корабли Волжской военной флотилии совместно со вспомогательными судами перевезли на левый берег вместе с 47 тысячами раненых и 15 тысяч жителей города. С 25 октября по 14 ноября с Волжских островов и из Кировского, наименее пострадавшего от бомбардировок района Сталинграда, удалось вывести еще около 25 тысяч человек. Эвакуация сталинградцев продолжалась почти до начала советского контрнаступления в ноябре 1942 года. Контрнаступление, названное Ставкой операции «Уран», началось 19 ноября 1942 года. Спустя 4 дня, 23 ноября, в соответствии с грамотно составленным планом, соединились Сталинградский и Юго-Западный фронты при помощи Донского фронта. Так удалось окружить котел. В ловушке оказалось 330 тысяч солдат и офицеров. По замыслу советского командования, после разгрома 6-й армии Фридриха Паулюса, силы, занятые в операции «Уран», разворачивались бы на запад и наступали по направлению к Ростову-на-Дону в рамках операции «Сатурн». Одновременно с этим южное крыло Воронежского фронта наносило бы удар по 8-й итальянской армии к северу от Сталинграда и наступало бы прямо на запад, к Донцу, со вспомогательным ударом на юго-запад, к Ростову-на-Дону, прикрывая северный фланг Юго-Западного фронта перед гипотетического наступления. Однако в связи с неполной реализацией «Урана» «Сатурн» был заменен на название «Малый Сатурн». Командующими фронтами были назначены Юго-Западным генерал Николай Федорович Ватутин, Сталинградским фронтом генерал Андрей Иванович Еременко и Донским фронтом генерал Константин Константинович Рокоссовский. Координацию действий трех фронтов
осуществлял начальник генерального штаба Александр Михайлович Василевский. Это он разработал операцию «Уран» и руководил ее ходом. Около 6 недель длилась ожесточенная борьба. По британской радиостанции BBC прозвучало сообщение. Сталинград поглотил гитлеровские армии. Польша была завоевана за 28 дней. За 28 дней в Сталинграде немцы успели захватить несколько домов. Франция пала за 38 дней. В Сталинграде за 38 дней немцам удалось перебраться с одной стороны улицы на другую. Января 1943 года стартовал новый военный план под кодовым названием «Кольцо», который подразумевал уничтожение Донским фронтом окруженных фашистов. 22 января осуществлена полная блокада немецких войск. 31 января ликвидирована южная группировка фашистов. Пленен фельдмаршал Фридрих Паулюс с 24 генералами. 2 февраля капитулировала северная группировка немцев во главе с командующим Карлом Штреккером. Основы плененной гитлеровской группировки составляли остатки 6-й армии Вермахта, а также подразделения 8-й итальянской, 3-й и 4-й румынских и 2-й венгерских армий. В апреле 1947 года в Москве состоялась конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, на которой было принято решение о репатриации немецких военнопленных до 31 декабря 1948 года. Но на практике репатриация затянулась до 1950 года. Репатриации не подлежали военнопленные, осужденные за военные преступления. Ни одно крупное сражение Второй мировой войны не начиналось так неблагоприятно и не заканчивалось такой яркой и решительной победой, как Сталинградская битва. Красная армия полностью разгромила 32 немецкие дивизии и 3 бригады. Еще 16 дивизий понесли тяжелые человеческие и технические потери. Нелегкая оказалась победа в битве. Потери людские были огромными с обеих сторон. С июля 1942 года по февраль 1943 немцы и их союзники, итальянцы, румыны, венгры, хорваты, потеряли в битве около 1,5 миллиона человек. Со стороны советских войск потери составили 1,129,619 человек. Ущерб вражеской техники составил приблизительно 2000 танков и орудий. Были уничтожены и разбиты более 1000 минометов, 70 тысяч легковых автомобилей и 3000 единиц авиации. 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя. 8 мая 1965 года, в день 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Военным значением победы в Сталинградской битве стало снятие угрозы захвата вермахтом и его союзниками территорий Нижнего Поволжья и Кавказа, а также бакинских нефтяных месторождений. Огромные потери под Сталинградом подорвали моральный дух немецкой армии. Линия фронта сместилась на десятки километров на запад, что означало крах плана «Барбаросса». Союзники Германии, Румынии и Италии пересмотрели целесообразность дальнейшего участия в войне на стороне Гитлера. После успешного исхода битвы за Сталинград и дальнейшей победы на Кавказе, Турция вступила в войну на стороне Советского Союза, а Соединенные Штаты Америки и Британия вынуждены были согласиться с главной ролью Советского Союза в подавлении Германии и увеличились поставки в Союз вооружений, приблизилось открытие Второго фронта. Победа в этой тяжелейшей битве стала первым шагом к падению фашистского режима и освобождению от оккупантов Советского Союза и Европы. Второе февраля, День Победы в Сталинградской битве, один из дней воинской славы России. На слайде вы видите обложки книг, посвященных Сталинградской битве. Это художественные произведения писателей-фронтовиков Юрия Бондарева и Василия Гроссмана, Виктора Некрасова и Константина Симонова.
Многие поэты посвятили свои произведения Сталинграду. Среди них Ольга Бергольц, Алексей Сурков, Юлия Друнина, Юрий Висбор, Маргарита Агашина, Илья Сельвинский, Евгений Долматовский. Стихи публиковались в газетах и часто их передавали с фронта по телефону или телеграфом. Стихотворение Ильи Сельвинского было передано по телеграфу в газету «Красная звезда» 5 февраля 1943 года, спустя 3 дня после победы в Сталинградской битве. Сталинграду. О, вы, штандарты дедовских побед! Россия величавая отрада! Развеяв гитлеровский бред, меж вас пылает знамя Сталинграда. Огни его горят, как ордена. Он истинный наследник вашей славы. В нем ветер, залетевший от Полтавы, и дым пороховой Бородина. Бойцы Кавказа, перед Сталинградом, из уважения к знамени его, склоните стяг, но только для того, чтобы затем они шумели рядом, чтобы себя бессмертием покрыв, как Сталинград, мы гнали бы ораву, здесь ярости ликующий порыв, здесь честь рождает честь, а слава – славу.